Ох, как люблю карту это. Как мы Только знал. как мы сегодня удачно, да? Пораньше собрались. И Никита с нами. Я тебе так скажу, если бы ты не написала, я бы уже десятый сон увидел. Вот, хорошо, что я написала. Меня сообщение разбудило. А я же рано проснулась, думаю, надо поиграть. Рано проснулась, говорю, это. Блин, грязь, ребят, грязь. Найс. Ошибись. Одно радует, шкафчиков рядом нет. У меня есть. Уже ко мне тэпнулся собак сутулая. Отошел, отошел. Не подошел, отошел. Съебался нахуй. К нам бежит. Не знаю, я бегу в сторону мейна. На, сука! А как Никиту гоняет? Ты же рядом со мной был. Походу, не только он был рядом с тобой. Так, ну я сел на мейн. Убедительная просьба на улице не выходить. Стараемся. О! А вы разные чините или один? Один. Неплохо все равно. Я на мейне, если что, можете помочь. Нет, не надо. Он здесь. Вон он наверху. Да. Никиту гоняет по-прежнему. Да нет, вроде. Не трогай брата. Я не вижу его, как бы. Никого нет. Я вижу, что он за тобой бежит. Он сам себя гоняет. Ой, ой-ой-ой. Мне тут ведьмичка помогает. Правду? Ой, ебанул меня. А я же говорю. А что, слепота, что ли, я себя не вижу? А, нет, вижу, вижу. Ну, в какой-то степени это хорошо, потому что мы вычинили мейн. Так, сейчас будет по шкафам топ-тэпаться. Уже. Так, где ж тут лестница была? Не мешкать. Да-да, я бегу. Все, нашла лестницу. Сейчас буду. Вы где, Никита? Первый, второй? Первый вроде. Я бегу, бегу! Держись! Ночь в Raccoon City, это круто. Сейчас в стены будем просто грохаться. На улице, что ли? Да, на улице. Игорь. Никита, Никита, который сейчас висит за тобой. Да я вижу. Потому что это чудовище за нами идет. По крайней мере, планировал. Нет, он у меня. Ах ты, собака сутула, я бегу к Никите. И Никита бежит к Никите. Да, Никита бежит к Никите. Так, где ты, Лёв? Ага, вижу. Я двигаюсь потихоньку. Я мечтал по тимкам тут поиграть, блядь. Двигаюсь потихоньку к тебе. Пока нашла подвал. Подвал не хочу. Нашла улицу. Как наверх попасть? Ёлки-палки, ничего не видно. Кто-нибудь свет, пожалуйста, свет. А я вообще катку записываю? А, да, записываю. Эти рандомные вопросы, да? Блять, что это было? Радужная деревянная доска? Что? Холодно. Уязвимость? Написано, уязвимость, радужная деревянная доска. Что, блять? Это что такое вообще? Упс, он за мной. Это его аддончик. Он за мной, ребят, он за мной. Никит, снимешь? Который... блять, как вас обозначить-то? Который не вертул. Сейчас. Он за мной бежит. Извини. Никит, в принципе, не надо, я, наверное, успею. А, здравствуй. Поняла, иди снимай этого. Блин, все генераторы на той стороне карты. Блядь, ну... Так, сейчас Никите надо помочь. Помогайте Никите. Какая глупость. Ты
А что, Никита, то 8 числа тебя еще с кем-то тут отправлять тут? Да, 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 с моим соседом, короче. Я на первом этаже, он на пятом. Хорошо друг друга знаем. Понятно. Катя, снимешь? Да я сняла. Опа! Подставляюсь. Ага. Иди за мной. Иди за мной, сучка. Блять, обманул! Сука! У него ярость духа, кстати, по-моему. Или нет? Он своим этим ТП-хом очень сильно обманывает, кстати. Ты что так громко, я ДВД у меня? Блять, опять? Ага. Так. Вижу. Вижу. Вы вдвоем что ли чините? Да. А улицы нет генов больше? Нет. Нет, там один всего. Он у меня, осторожно. Прям у тебя? Не. Рядом. Ушел куда-то. Да блин. Каждый раз хочу этот фокус сделать, не получается. Давайте хп накину. Фокус Яриком это называем. Он здесь. Да ладно, не обязательно. Так, этот генчик вы вычинили, получается. Где же еще генчик? На втором этаже напротив мейна. На втором этаже напротив мейна. Да, с правой стороны, если заходишь. Блин, с правой, а я с левой. Ко мне, ко мне побежал. Или кто-то пробежал, не помню. Это я, наверное. Он за Никитой ходит. Угу. О! Случай. Угу. Мэм, плохо, что за Никитой. Ох. Блять. Уязвимость? Причем уязвимость на всех. Заебись. Да. Погибель? Быстро я помер, конечно. Нет. Радужная хуйня это же. Кто мимо меня пробежал? А, во! Господи, ага. Я сейчас с этой стороны сяду. Бля, я застряла. Фанни, прикинь, прикинь. Блин, Никиту жалко. А мои косяки чужие эти. Так, летим. Пойдем. А все-таки ударил, сука. А где ты? Чудовище. Сириус ли? Ты пахнулся. Куда ты пахнулся? Ко мне. На первом? Ага. Блять! Да как ты меня обманул-то? Сука! Ну ты хитрая. О, хитрая скотина. Ничего-ничего, в настоящем резиденте у меня миниган есть, понял? С бесконечными патронами. Читерство чистой воды. Вы где там ген нашли? Ну, меня Никит снимает. Угу. Ага. Ты тут генчик дочинил, да? Ну, потом. Пойдем сразу к нему тогда. Не лечи даже. Бог с ним. Мне даже лучше с устойчивостью. Блин. Да перестань ты со своей той самой. Так, он у меня. А что ты у меня делаешь? А, скорее всего, он к Никите сейчас. Ага. Собак сутулая. У меня еще пинг херовый. Так, а я тогда вернусь к тебе. Блядь, я нихуя не вижу. Это нормально. Фонарик включай.
Ты что, токсик? Нет, жить просто хочу. Так, сейчас вспомнить. Мысли, блядь. Вспомнить, жить. Я вот сюда сесть. Ты уверен, что он у тебя? Да, он со мной. А вы где? Он за мной бегает, тварь. Сейчас догоню. А я дочиниваю генератор Никита. Что-то показалось, что он рядом. Чини. Опять уязвимость. Уязвимо, зашибись. Она через какое-то время, что ли, действует? Бля. А, за 15 секунд до окончания ночи. Ярик же говорил. Что-то с медом не казалось. Ярик же говорил что-то такое. Помнишь? Да. Угу. А я не успею, Кать. Успеешь. Он, скорее всего, ко мне побежит. Ну, хотя... Ладно. Нет, он у меня. Понял. Никита, надо снять. Так, Никита на мейне, да? Да мне жить-то недолго осталось. А где ты чинил? Так, ну, не, дай себе лучше. А у меня же нет устойчивости. У меня же утилизатор. Гений, чисто гений. Просто инвалидом бегала, просто так. Ну, вообще, да. Такие... Блять, тупик. Да ёбаный в рот. Угу. Слушай, ну, шкафы это слишком тяжело для мана. Надо, чтобы сразу на гены горячие тэпался просто. Ну да. И всё. Именно так. Ну, он теперь будет тут тереться. Так, и трётся, не уходит? За угол ушел, типа. Ну, фактом ушел, да? Ага. Факт в том, что ген тут рядом как раз. Надо другой искать. Никита, ищи тогда ген? Пытаюсь найти, но что-то его не вижу. Я буду пробовать. Ты на улице, что ли? Нет. На втором? Ой. На втором? Да, он здесь. Ты да, внизу я. Внизу он где-то в углу. И вот оно. Надо другой ген искать. Собака! Больно? Ой, убьет! Ой, сука! Еще и шкафчик использовал, смотри, сука. Да, блядь. Все-таки 3% не всегда помогают. Да что у меня спина? Ай! Померла. Блин, а мне кажется, на той стороне вообще нет генераторов. Нету генератора, я все придумал. Угу. Мы там все учинили, похоже. Так, где же могут быть генчики на этой карте? Так, вы оба с этой стороны. Угу. Нет, с этой стороны точно нет, я все пробежал. Ну, что я тебе могу сказать? Библиотеки не видела, кстати, не помню. Ну, пробуй двигаться туда, что делать? А что приглашения дают, которые вы там собираете? Хрен его знает. Что-то они присылают две штуки уже. Если с ним выходишь, то получаешь маску. Там 12 масок можно получить на персонаже. Плюс вот это у меня, видишь, рядом с генами значок. Угу. Свитками.
ты, получается, когда он заряжен, можешь в некоторых местах, где палета была, но ее уже нету, пробегаешь. А, я видел во время игры, да, типа заспавнить доску можно. Да, на Q нажимаешь, да. И она появляется, можешь ее глушить. Но факт, прикол в том, что ман то же самое может с ней сделать, только сломать. Короче, треугольник остался, я поняла. Да, ну ладно. Вот этот генчик, рядом с которым сейчас Никита, который ты чинил, рядом генчик в коридоре. Да он по генам бегает. Не понял. Предлагаю открыть ворота и слать его. Сейчас не понял. Никита, ты что-нибудь понял? Не очень. Ну он бегает по генам. Короче, Никита стоит в углу, никого не трогает. Это чудило, мимо проходит, даже не замечает его. Потому что красное светится. А, ну может быть, меня кстати. Не видно. Меня не видно, ловлю. Читер. Да. Багаюзер. Сейчас увидит. Багаюзер. Вы на втором? Не, на первом. Там, где ты чинил генчик. Да, он по генам бегает еще. А на втором разве нету? Игорь, на втором где библиотека? За библиотека, может, есть? Может быть. Бежит, бежит. Ну, нам это особо не поможет. Никите вообще похер. Потому что он тэпается, ему как бы лестница нахуй не нужна. Ну да. Ищи люк давай. Мне надо перезагрузиться, у меня что-то с пингом. Ну только не сейчас. А, да у Никиты тоже, блядь. Угу. Сейчас люк наверх. Обоих что ли? Барбекю нет? Ну, у меня ничего. Я думаю, нет. Не поняла. Ах ты тварь, блядь. Хитрожопый. Нормально. В конце решил от земли сыграть, да? Да, он за тобой бегает. Тебя ищет. Ну, может, вернется? Ну, вообще, ну да, пойдет. Ну, он бегает, давай. Отпускает, что ли? Серьезно? Я в ваши игры не играю, вы там сами отпускаете. Мне люк отдайте. Делайте еще хоть. Сегодня уже один меня отпустил, так, блядь. Да отпускался. Случайно забыл, наверное, сколько раз повесил. Где это генератор, блядь? Я его забыл. Здесь, здесь. А, вот. Чини, чини. Чини, чини, чини. Разрешает. Двоих забрал, довольный. Ща придет. Ща, прикинь, придет Игорь повесит. Угу. Скажет, я с Никитой договаривался. Ах ты. Механик херов, блядь. Че там, за 15 секунд у него это. До конца. Че там у него? Уязвимость какая-то. Да. Вот он сейчас нас положит. А ну кстати, кстати, может он ради этого и отпускал? Игорь уже на стрёме стоит. Я не хочу, чтобы он меня за жопу взял. Сейчас наед. Да не, вроде кивает. А ему наед не нужен. У тебя сейчас за 15 секунд до конца будет уязвимость. Вот, видишь?
Считай, тот же наед, только вид сбоку. Ну да. Не, отпускай. Игорь, не беси его. А я без свитка ухожу, вот, блядь. Ты какие открыл, центральные? Да. Угу. А он тебе открыл, кстати. Иди, Игорь, ты иди. Ты чё, Игорь? Он может передумать. Жить надоело. Пошли. Игорь, не беси. Не беси его. Бедная собачка, чё с ней? Уже третий день гавкает, как не в себя. Ты про фангу, что ли? Не. Собак, что соседи, хаски в однушке. Ебать задание, слышь. Выполнить следующее действие 2 миллиона 900 тысяч раз. Безопасно снимите выжившего с крюка. Не-не-не-не-не, там же твой личный вклад еще какой-то. Да я понимаю, но вообще, блядь, просто вдумайся в это число.